Бельгийские медики требуют от государства увеличить финансовую поддержку и расширить штат сотрудников больниц. В акции протеста в Брюсселе приняли участие около 1000 человек. Собравшиеся опасаются, что власти забудут о них на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса. «Мы устали от кризиса, к которому привела пандемия. У нас было больше работы в госпитале и меньше времени на отдых. Много раз приходилось работать в свободное время, чтобы ухаживать за пациентами. Это нормально, и мы были рады выполнять свою работу. Но людям необходимо понять, что так больше не может продолжаться». В Мадриде в рамках акции, организованной общественным движением «Белый прилив», манифестанты выступили против приватизации медицинской помощи и призвали правительство Испании вкладывать средства в развитие системы здравоохранения. К этой демонстрации присоединились профсоюзы и группы активистов. Выступления медиков прошли и в других городах Европы.